Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на супер-пупер новиночку игровой индустрии под названием House Flipper 2. Короче говоря, у меня уже давно, кстати, есть на компьютере House Flipper первая часть, я в нее играл. И играл довольно много, на канал не снимал, потому что что-то думал, да, наверное, не зайдет, скучно, наверное, будет. Но я в нее играл, много чего там делал. Но я там в основном задания не особо там выполнял всякие. Выполнял, но не очень много. В основном я занимался тем, что покупал дома и по-своему их ремонтировал. По своему разумению, все там ставил. Так вот, решил. И вот, когда анонсировали, появился трейлер House Flipper 2, и там показали некоторые возможности, я сразу же начал ждать эту игру. И вот, наконец-то она вышла, и я толком не знаю о новых возможностях, пока не совсем понимаю, что тут к чему, но игра по-любому более усовершенствованная, чем первая часть, это прям видно. И, собственно говоря, сегодня мы начнем смотреть. Собственно, сколько серий займет эта игра, я не знаю, но играть мы в нее точно будем. Короче говоря, режим песочницы, новая игра. И у нас есть здесь, в этой игре, я уже видел, есть что-то наподобие сюжетного режима. И прежде чем мы на него посмотрим, я предлагаю кратенько посмотреть, что такое режим песочницы. Новая недвижимость, новая папка. А, это что-то уже какой-то файловый браузер какой-то есть. Так, новая недвижимость, ну-ка. Это размер. Размер пусть будет большой. Это мы выбираем локацию. Впечатляюще. Вот это, блин, это интересно. А, ну локаций не так уж и много. Побережье, город, остров, лес. Давайте лес посмотрим. Тест. Давайте введем тест. Так, чисто глянуть, посмотреть. А так, мы кратенько посмотрим, потом мы перейдем в новую игру, посмотрим, что там. Собственно говоря, очень хорошо, что в игре есть русский язык. Это прям очень прекрасно. А то некоторые разработчики, такие как Electronic Arts, например, или Sony, русские языки в новых играх не добавляют. А бывает так, что в каких-то играх делают обновления специально, чтобы удалить русский язык. Добро пожаловать в режим песочницы. Здесь ты можешь создавать собственные здания и дома, делиться ими с друзьями с помощью mod.io. Чтобы изменить окружение и выставить свой дом в качестве здания, зайди в настройки недвижимости, которые находятся в пункте Tab. Чувствуешь себя потерянным? Нажми кнопку YouTube вопросительный знак и посмотри наши видео на YouTube, в которых мы объясняем режим песочницы. После записи. Ой, а чё графика такая говёная? Что-то какая-то слабая графика. Я вообще не менял на никакие настройки. И чувствительность мыши что-то какая-то низковатая. Ну-ка, чуть-чуть повысим ее. И вот это все надо повысить, я думаю. Ну-ка, по графике что у нас? Настройка графики. Пользовательская. Высокая. Сейчас я так чувствую, подтормозит. И мне кажется, меня могут еще попросить игру перезапустить. Может и нет. Фиг знает. Объемный туман. Объемный туман, наверное, не нужно. FPS немножко подупал. Но что-то графика все равно какая-то некрасивая. Так. Что здесь можно сделать? Ну-ка я нажимаю R. Точное размещение. А тут какой-то... А тут проход куда-то есть. Слушайте, мне такая графика просто не нравится. Что-то как-то... Хотя в приближении выглядит не так уж и плохо. Но вот если смотришь вдаль, то просто мыльцо на мыльце. Это просто неприятно. Что это за сарай? Вообще можно перепрыгивать через забор? Нет, нельзя. И туда нас тоже не пускают. Это просто типа постройки создавать. Как открывать меню? А, вот. Так, тут можно что-то... Тут строительные принадлежности. Так, ну-ка, интерьеры. Это что мы будем в самом доме делать. Двери, строительные принадлежности. Это кирпичи.
это типа... Типа, как вообще мы будем дом строить? Строительный материал. Это вот кирпичи, пожалуйста. Купить. А сколько у нас денег? Всего. Слушайте, мне кажется, чтобы этим сюжетным режимом... Ой, господи. Песочным режимом пользоваться, надо еще разбираться в строительстве домов. А у меня что-то не очень-то с этим получается. Я этим не занимался, серьезно. А, вот, тут что-то можно делать. Так, построить стены. Ну. А, это размер. Не, слушайте, это сложно, это, мне кажется, не для меня пока. Давайте выйдем и нажмем новая игра. Короче, этот режим не для меня пока. Я пока в этом вообще не шарю. Но режимы... Но, думаю, в этом режиме может быть даже... Этот режим может даже поможет к подготовке к реальному строительству домов. Может быть, это даже полезный режим. Он реально, может быть, обучит будущих строителей. Есть у меня такое подозрение. Ну, а так, я надеюсь, мы тут тоже можем покупать дома и делать в них ремонт по своему разумению. А песочный режим это этот... Свои собственные дома строить, как бы мы хотели. Но этот режим интересный. Я много... Если я научусь, я свой дом в деревне построю обязательно. Который у меня в деревне. И много чего еще можно построить. Это реально очень интересный режим. Надо будет его изучить и пробовать что-то делать. Так, ну это нас обучают, как играть. Так, звоночек. Как? А, на Z. Ответ. Здорово! Надо же, кто решил написать мне после стольких лет? Ты, короче, ты интересуешься переделкой домов? И вернулся в старый добрый Пинаков, чтобы найти здесь работу. Да, соскучился по родным краям. А, просто признаю, что тебе не хватало компании старого друга. На самом деле, я прекрасно понимаю, почему ты захотел вернуться. Монитор заглючил, я не вижу. В нашем чудесном городке, как ты уехал, много чего изменилось. Например, старый дом Дрифтут, о котором ты спрашивал. Госсовет решил повременить с преобразованием его в общественный центр. И почему же? Поначалу из-за проблем с финансированием, а потом... Короче, слушай, после того, как первая рабочая бригада бросила ремонт, дом прозвали самым уродливым домом на той стороне побережья. Он быстро стал новой туристической достопримечательностью. Народ обожает поднимать его на смех. Короче, местные жители просто не в восторге. Они предпочли развалить нормальный общественный центр. И все же горсвет пока решит оставить все как есть. Понятно. А, нет. Да, уродливый дом. Согласен, видал и похуже. Может, причины в его прошлом? Родители рассказывают, что на протяжении почти сотни лет дом выглядел ужасно. Затем в 80-х годах его владельцы пошли на ряд этих сомнений. Дома они приезжали отдыхать, но вскоре после этого перестали появляться. Когда город наконец взял его под свой надзор, дом уже растерял былую красоту. Жаль, что так вышло. Да, всегда печально смотреть, как это все делается. Та же история произошла и не только с этим же домом. Идей, ты бы взялся за ремонт другого дома? Работа платная? Неужели нельзя помочь безвозмездно? Да ладно, шучу. Конечно, заплачу. Работа, конечно, довольно простая, просто уборка небольшого дома. Только уборка я не такой умею. Да, не сомневаюсь, но начнем именно с этого. Я отправлю тебе письмо с подробностями, окей? Вот увидишь, нет лучшего способа начать карьеру по переделке домов. Не забудь проверять почту. Вкладка «Сообщение». Твоя работа ждет, чтобы перейти, нажми «Tab» и открой вкладку «Сообщение». Так, понятно. Давайте сначала дом свой посмотрим. Мы проснулись в спальне. Ну, спальня это не так уж и плохо выглядит. Хотя вот эти стены я вижу. Такие себе. А, чемодан мешает, серьезно? Так, ну перемещается все. Вот так. Как в первой части примерно все перемещается.
Ага, ну да, что-то дом в каком-то плохом состоянии. Да, ладно, беру свои слова назад, этот дом реально плохо смотрится. Кстати, камера загораживает кошелек, сейчас у меня 525 монеток. В первой части, кстати, можно было хитроумным способом взломать и сделать себе монеток сколько захочешь. И таким образом получая просто неограниченные возможности по ремонту домов, что я и делал. Интересно, можно ли здесь так будет сделать? Да, отстой просто. А что здесь? Короче, очень много мусора, который надо будет убирать. Так, что здесь? О, блин, плитка какая ужасная, как будто грязь везде. Это надо будет менять обязательно. О, блин. Нельзя было нормальные стены тут сделать. Господи ты, боже мой. А что тут здесь? А, это спальня. Так, ладно, 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 ладно. Это наша кухня. Господи, что это за стены такие? Я, конечно, люблю животных, но слишком вырвиглазные обои я не могу. И что, издеваются, что ли, надо мной? Так, у нас только руки пока доступны, но, как и в первой части, чистка, покраска, продажа еще должна быть предметов. Многое, что тут придется продать и убрать. Замечательно. Еще куда же вы стул-то ставите, ё-моё. Не, ну дом, в принципе, жить можно в этом доме. Но тут явно ремонт бы не помешал хороший. Что на улице у нас? Ну, беседка, кстати, в состоянии, не в хорошем состоянии, в принципе. Это будка собачья, а где это? А, нет, это не будка. Это этот компостер такой вот в виде будки. Понятно, понятно. А то я что-то думаю, вроде собачья будка, а выхода из нее нету. Так, ладно, ладно, ладно. Окна-то открываются? Да, открываются, как в первой части. Ой-ой-ой-ой, какой здесь бардак. Какой здесь бардак, просто ужас. Так. Дома наши соседи. Блин, вдали вообще ужасно просто смотрится. Надо будет в настройках ковыряться, смотреть. Так, ну вот у дома у соседей я вижу так в более нормальном порядке. Более хорошо выглядит. А вот эти дома какие-то необычные. Какие-то они необычного цвета немного. И они какие-то слишком яркие, я бы сказал. Никогда в реальной жизни в деревнях я не видел домов с таким окрасом. Но, в принципе, они мне нравятся, они красивые. А там что? О, это вообще какое-то розовое королевство. Хотя, в принципе. Короче, в этой деревне любят такие вот разноцветные дома. О, господи, там вообще какой-то зелено-красный особняк. Прямо какие-то новогодние цвета, я бы сказал. Я что-то, кстати, заметил, вкладка в настройках какие-то моды есть. Блин, вот реально хочется в каждый дом заглянуть и посмотреть, что внутри. Жаль, нам этого сделать не дают. Ладно, давайте посмотрим, что по заданиям у нас. Тем более мы ничего делать в этом доме пока не можем. Тут гараж есть. Потому что у нас доступны только руки. А, с заданиями мы всему научимся. Так, заборчик. Я что-то не пойму, он из дерева или из металла? Я так понимаю, из дерева. И как-то вот такой вот мангал к деревянному забору. Это не пожар или опасно? Короче, нажимаем Tab. Обалдеть. Просто обалдеть, сколько возможностей в этой игре. Я чую, эта игра реально может заставить меня голову поморочить. Улучшение. А, это очки улучшения, я так понимаю. Сообщение. Ух ты ж, ёшкин кот, вот это карта. А дома? Что у нас по домам? Так. На продажу. А, это то, что мы продаем, и то, что мы уже продали. Семейный дом в мире. Это то, что, это та, где мы сейчас живем. Это у нас что? Это фиг его знает. А, это категории какие-то. А это что? Побережье Catfish. Это локации. А можно ли купить? А где этот? Купить дома какие-то можно где-нибудь другие самому?
У нас вообще в доме какой-нибудь ноутбук есть там? О, вот ноутбук. А, ну-ка, толку от этого ноутбука немного, потому что он такой же, как этот. А, вот так закрывается, понятно. Короче, от этого ноутбука толку большого нету. Все то же самое, что и при нажатии на Tab у нас происходит. Ладно, давайте, что у нас по заданиям? Магазин. А, ну это то, что мы можем покупать. Сообщение. Вот, сообщение нам интересует. Это город. Сообщение от Тома Марина какого-то. Ну что, хочешь стать филлером по домам? Привет, у меня появилась задача продать один домик. Только сейчас там ужасный бардак. Я ищу человека, который мог бы помочь мне привести его в порядок. В первый и последний раз я сотрудничал с новым дизайнером интерьера. Она перестаралась с оформлением дома и оставила открытыми окна, чтобы проветрить помещение. Идея отличная, только вот какой-то енот воспринял это как приглашение в гости. Последствия на фотографиях. Фотографии посмотрим потом. В общем, если ищешь подработку, этот дом как раз нуждается в переделке. Задачка несложная и оплачивается хорошо. С возвращением. Ну, неплохой домик-то. А, ёшкин кот. Еще и телевизор снес. Откуда ж енот-то взялся, вы мне скажите, пожалуйста. Ладно, поехали. Так, заводим тачку и едем туда. Короче, я определенно буду смотреть видео по тому, как строить дома в этой игре. Потому что это реально, я так понимаю, непросто будет. Вот несколько вещей, которые следует знать перед тем, как приступить к работе. Желтый вот этот знак означает, что вблизи находится задание. Чтобы посмотреть подобный список заданий, нажми Tab. Для выполнения разных заданий понадобятся разные инструменты. Чтобы открыть их, нажми правую кнопку мыши. Ты не знаешь, как использовать инструменты? Найди книгу с Бобрихой Бейси на обложке. Открой ее, нажав Е, чтобы прочитать некоторые подсказки по работе с инструментами. Никак не удается найти последний мусор. Нажми на Q, чтобы активировать чувство флиппера. Оно подсветит все предметы, задания, связанные с инструментами, которые ты сейчас используешь. Понятно. Так. Во-первых, мусор. Как убрать мусор? Инструмент. Уборка мусора. Опа, а чё оно сразу? Ага, вот оно чё. Убрать мусор. А, держать, закрыть пакет. Надо, короче, не держать, а щелкать именно по мусору. Но явно не бесконечное это ведро, я так понимаю. Так, это не в мусор не входит. Так, ну это не мусор, это надо именно этот убирать. Ну это точно мусор, это не знаю. Зайдем в дом, пожалуй. Все, опа. Все, кончился. Не бесконечный все-таки, да. Так, пожалуйста, поставьте его ровно. Вот так. И можно их еще открывать. А, что-то, короче, подглючило, что-то пропало, мешок у меня из рук. Поставим это сюда. Ой-ой-ой, какой бардак, ужас просто, я не могу. Уборка мусор. А, блин, я случайно это сделал. Да, блин, я что-то правую кнопку мыши зачем-то бросаю. К Hello Neighbor, наверное, привык. Это не выбрасывается, вот это выбрасывается. Да блин, это непривычно. Это очень непривычно вот так вот. Держать, чтобы запаковать пакет. Надо другую кнопку для этого специально какую-то придумать. Так, мусор. Вот, пожалуйста, мусор. В
В первой части было все гораздо проще, но при этом возможностей меньше. Ага, это все-таки мусор. И это мусор. Мусор. Это не мусор. А это мусор, как ни странно. Ну, тапок, наверное, не мусор. Вот это мусор, вот это мусор, вот это мусор. Вот мусор. Вот мусор. Вот мусор, вот мусор. Мусор один. Тут еще что-то связанное с мусором. Это в этой комнате. Так... О, все, хорош. Здесь мусор собрали, а тут... Мусор 2. Что-то еще здесь, видимо, мусора есть. Вот это. И что-то еще. Мусор... А, мусор 2 все еще. В смысле, а что еще надо выкидывать? Какая-то необычная желтая батарея. А, вот мусор. Где еще мусор? Это что за комната? А, это выход. А здесь мусора... Здесь нет мусора, да? Тут я все убрал, здесь мусора нету. Здесь мусора нету тоже. Промазал. А, вот, проглядел. Да ё-моё, это непривычно, реально. Вот прям реально, очень трудно привыкнуть к такому. Инструмент флиппера. Что можно продать? Это же продавать? Так, на Q. Ого! Рыбу продавать вот эти надо. Лампу. В этой комнате еще что-то надо продать. Или нет? Может, лампу? Нет. Что еще надо продать? Я не вижу. Картины. Более подробно. Ага. Мусор. Пятна продать. Это то, что требуется продать. Вот это. Вот это уже продано, как бы, а вот это не продано. Это не работает. Может, эту вазу надо продать? Нет. Да фиг его знает, короче, я не знаю, что тут продавать. Здесь нечего продавать. Вот эту продать. Вот это продать надо. Вот это продать. Вот это даже продать надо. И вот это. А вот, может, вот эту книгу тоже надо продать? Ну да. Так, ой, господи, я чуды. Нажал-то. На кухне продавать нечего. Здесь тоже нечего продавать. Вот это продать. Здесь нечего. Вот это продать, да. Штурвал надо продать. Где штурвал этот висит? Вот он. Штурвал и еще рыба одна, которую я где-то не видел. А, вот это. Может, вот эта рыба. Все продал.
Так, все продано. Теперь окна. Помыть окна. Эти окна мытые. Вот это не мытые. Вот так вот быстренько моется окно. Впечатляюще, впечатляюще. Гораздо быстрее, чем в первой части, ё-моё. Так. По пятнам еще. А, убрать пятна. Так, ну пока они убираются довольно-таки не быстро, но это все, я так понимаю, будет улучшаться. Будут какие-то очки тут по улучшению. И это только на одну звезду не хватает. А что надо будет еще? А что надо будет сделать, чтобы получить все звезды? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Откуда здесь енот взялся? Вы мне можете сказать? Откуда здесь мог взяться енот? Кто его пустил вообще домой? А, тут еще на тряпку оно заменяется. Ничего себе. А, тут пятна еще какие-то остались. Но найти их непросто. А, вот они. Я тут все почистил. Ага, вот одна звезда. Не, заканчивать работу еще пока рано. Подождите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Как бы не все-то прибрано. Какой завершать работу-то? Блин, а тут до последнего кусочка прям надо. А тут все пятна убраны. А, вот. Здесь нет пятен. Уже две звезды. И почти половина третьей звезды уже, между прочим. Так, здесь пятна еще какие-то остались. Только я что-то не вижу никаких пятен тут. Я же все убрал, разве нет? Что за безобразие? Ну-ка, телевизор нормально поставьте. А показывают только один, да, канал? Какой-то мультик про какого-то медвежонка показывают. Который что-то тут долбит молотком. Все, заработался. Какой грязный теперь стал. Да. Зато все такой чистоте. Короче, это какая-то реклама. Как будто реклама какая-то, блин. Это они от его проделанной работы так охреневают, что ли, или что это? Пятна где? Я не вижу больше здесь пятен. А, окно. Окно.
Окно, а пятна-то где? Я пятен не вижу больше. Или вы имеете, или вы это считаете пятнами? Здесь пятен больше нет. Вот здесь какие... А, вот здесь еще пятна есть. Только где? Я не вижу. На потолке, может, где-то, я не знаю. А, вот. Чуть-чуть еще для одной звезды не хватает. Ага, я же тут ничего не убрал. Точно. Третья звезда уже почти что близка. Да, уже три звезды, хотя мы не до конца это сделали. Убрали к этому моменту еще. Так, все, теперь все чисто. Давайте еще в качестве бонуса нормально поставим вещи. Нет, слишком большая, не помещает сюда. Пусть тут стоит. Тапки. Почему тапки так лежат? Так, ну телевизор выключим. Это не нормально. Торшер и торшер выключить. Что за безобразие? Почему тарелочка тут лежит? Это тоже почему здесь валяется вот так? Я тут хожу, порядок навожу. Надеюсь, мне хорошо за это заплатят. Ну, тут вроде все прибрано. А вот тут что-то как-то не очень. Бумагу туалетную поставим всю на свои места. Все, чтобы красиво стояло. Ага. Да. Унитаз с турбонаддувом, наверное. Вот бы мне, вот бы такой унитаз. Я бы стал есть больше в несколько раз. Куда это поставить? Сюда? Ладно, короче, тут сами дальше разберетесь. Наверное. Место под мусорные пакеты, вот эти вот контейнеры мусорные, я так понимаю, они бесконечные. Вот так, вот это красота. На заднем дворе что-нибудь у них есть? Не, у них на заднем дворе ничего толком нету. Хотя могли бы сделать что-нибудь, ну там бассейн, например, какой-нибудь сделать. Короче, завершаем проект. Это задание точно выполнено. А, Shift, Enter. Заработаю 2113 монеток. Я не знаю только в каких единицах это у нас работает. Принять. Кстати, в настройках первой части можно было денежную единицу выбрать. Можно в рублях, можно в долларах. Можно ли здесь так? Ну-ка, дайте посмотреть. Так, игровой процесс. Отображаемое время. Время игры. Настоящее время. Пусть будет время игры. Измерительная система метрическая и имперская. Понятия не имею, что это такое. Это настройки графики. Так, настройки звука. Основные клавиши. Это управление. Короче, этого. Настроек этого. Ну, в этой игре еще есть баги, насколько я понимаю. Так что... Что это вообще сейчас было, я не понял. Я спал, провалился в текстуру и проснулся опять здесь, блин. Ой, господи, какой ужас. Зато я теперь могу продавать. Давайте прямо сразу, наверное, другие задания пока выполнять не будем. А на этом серию закончим. Немножко приберемся у себя дома, продадим то, что мне нафиг вообще не нужно. Вот этот кусок нафиг просто продать. Грязное ведро. Почему оно не продается? А, это мусор, наверное. Это надо убирать мусор. Убираем мусор.
Я не знаю, как ключи могут относиться к мусору. Но, видимо, могут. Кусочек заплесневелой пиццы. А в шкафах что-нибудь еще есть? Хотите сказать, что это мусор? Но эти ящики пустые. А, я тут еще гараж вот этот не видел. А, нет, я его видел просто. Это мяч, вы хотите сказать, что это мусор? И как так много в пакет этот помещается, а? А, понятно, это взять. Сразу туда это все. Это тоже. Неужели телефон это мусор? Ну что-то как-то я реально не понимаю, как это так может быть? Так, ну мышка с компьютером это явно не мусор. Сгнившие цветы это мусор. Хотя этот цветок не берется. Не откроется, потому что под столом. Короче, тут много чего выкидывать, я вам хочу сказать. Газетки, вот это все, вот эту всю фигню тоже на выброс. Так, ну это не берется, это не влезает в пакет в мусорный. Это не... Это... Хотя листики можно было бы тоже к мусору отнести. Хотя, может, для них... Ну вот как это может быть мусором? Ну вот я не понимаю. Это что? Эта штука открывается как-то? Нет? Короче, потом посмотрим. Так, теперь проверим, есть ли тапки это мусор. О, господи, что-то мне кажется, вы немножко преувеличиваете, разработчики игры. Ладно, это может быть мусором, оно израсходовано. Картины, ну и я думаю, не картины, это не мусор. Здесь что-нибудь из мусора есть? Журнал старый, тапки. Столько предметов вы считаете за мусор? Бонусные очки я получаю. Улучшение. Инструмент флиппера. Как две капли воды. Можно дублировать предметы. Нужны дополнительные стулья для вечеринки. Ну, ладно, улучшаем. Я, правда, нифига не понял, что это мне дало бы. Вот эта вся железная дорога, это вы хотите сказать, что на выброс все идет. Нет, слушайте, вы немножко преувеличиваете, я вам серьезно говорю. Вот этот плакат, это тоже мусор, по-вашему, что ли? У меня такое чувство, что... Не дай бог бы еще гитара была бы мусором. Закройте дверь. Что-то мусорный пакет не кончается, по-моему. Сейчас весь дом, блин, почистим. Столько.
Это как знаешь, ищешь, чтобы повыкидывать. Что-то надо на мусор. В итоге что-нибудь лишнее выкинешь. И потом будешь об этом жалеть. Вот у меня такое чувство, что сейчас то же самое здесь будет. Очень много каких-то полезных вещей сейчас выброшу. Ну, здесь точно какой-то мусор есть. Банки — это мусор, по-вашему? Да. Что-то вы меня удивляете немного. Как это может быть мусором? Не, вот это может быть мусором, но оно не выбрасывается. Ну это точно, ну это само по себе, ну это само собой мусор. Шкаф пустой, я так понимаю. Зеркало, в которое себя, к сожалению, не видно. Да какой себя? Вообще ничего в нем не видно. Ванной. Наверняка в ванной есть мусор. Тапки. Зубная щетка — это мусор. О, господи, игра. Я не понимаю немножко эту игру. Так, ну все, надеюсь, это все. Потому что я уже не знаю, что еще, сколько можно мусор собирать. Из-за того, сколько денег-то заработали, блин. Так, теперь уборка. Листики вообще, по-моему, не чистятся. Это тоже что-то не чистится. А вот это чистится. Ну, короче, по чистке, очевидно, надо очки улучшения. Мне нужны, потому что очень-очень долго, очень долго. А, это тоже мусор надо было выкинуть. Ну да ладно. О, господи, какой бардак. Ну это ужас вообще. Только убирать тоже не так уж и легко. Впрочем, все как в жизни. О. Вот сейчас мне бы не помешало. Более быстрая уборка. Во, так-то лучше. А следы тут кончаются, значит, они вели сюда. Избавились от пятен, на которые я жаловался в самом начале. Ну, почти. Вот еще тут надо избавиться.
Вот это явно должна чиститься фигня. И вот это тоже. Это не чистится, это чем-то другим надо пользоваться, чтобы это убирать. Вот тут были часы, я так понимаю. Вот здесь уборка прям тщательная нужна. Это не тараканы? Хотя нет, тараканы бы двигались. В первой части это были тараканы. Правда, если от них очень неприятное такое чувство возникает, то их можно было бы заменить на осколки стекла. Что насчет этой части, я не знаю. Если они тут вообще тараканы. Но могут быть. Ну вот, теперь дом стал немного почище. Ну то в том смысле, что чище, намного чище, чем было. Но все равно еще нуждается в том, чтобы им заниматься. Эти части не очищаются. Теперь чистка окон. То есть мне до конца даже не надо было, что ли? Впечатляюще, впечатляюще. Чистить. Я что-то на Е постоянно жму, потому что в первой части надо было на Е, а тут надо было просто левой кнопкой нажать и все. Да, выглядит. Вот чистишь стекло, и как будто осколки стекла, видишь? Вот я опять зачем-то открыл. Вот здесь грязные окна, пожалуйста. О, сразу все можно помыть, замечательно. Опять открыл зачем-то. Вот здесь уже надо. А здесь по отдельности тоже. Наверное, потому что открывается так, ну а то, наверное, не открывается. Да, ну не открывается. Ладно, предлагаю на этом пока остановиться. Неплохая, довольно длинная серия получилась. Для первой серии очень даже неплохо. Выполнили первое задание. Немного почистили свой дом. Предлагаю на этом закончить. В следующей серии продолжим выполнять задание. А пока спасибо за просмотр. С вас и кот подписался. С меня пишите видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, логовый канал, Спадеру ВКонтакте. И всем пока.